But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever. Всем привет! В общем, сегодня мы встречаемся с русскоговорящими девочками. Встреча у нас проходит в ливанском ресторане. Называется он Арус Лебанон. В общем, я уже подхожу. Также нам подарят подарки от российского посольства. Ну, это очень как-то приятно. Я же Свине сказала, что нам подарки подарят. Объясняла долго, что это такое российское посольство для нее. Вот здесь мы вот встречаемся. Очень мне нравится это место. Оно очень чистое, красивое внутри. Сейчас немножко покажу. Скажи спасибо. Спасибо, Россия. Свина, скажи спасибо за подарок. Ну скажи. А, также бы хотела бы показать вам печенье, которое я делаю сама дома. Делаю я их примерно пару раз в месяц. Это идут традиционные тунисские печеньки. У меня идут кунжутные семечки и миндаль. Делаются такие печеньки из продукта, который называется драа. Но по-нашему это будет сорго. Кому интересно, почитайте, что такое сорго. Я прочитала, что из сорго делаются веники. Ну, чему я была очень, конечно, удивлена. Сорго — это очень полезный продукт, который даже препятствует возникновению раковых клеток. Вот эти вот печенья у меня идут из муки, и при этом внутри очень много орехов, очень много кунжутных семечек. Вот такая вот красивая форма. Использую я вот такую вот формочку. На самом деле она не очень удобная. Удобнее всего использовать вот такую вот. Но у нас есть такая поменьше формы, такую вот модель, чтобы делать вот эту вот дырочку посередине. Чтобы добиться нам цветочка, мы используем вот такую вот форму. Использовать эту формочку очень легко, очень это практично. Особенно, когда мы делаем хумусные печеньки, мы вот используем вот такие вот формы. Бывают формочки не только цветочком, может быть формочка быть и сердечком. Я думаю, что это достаточно мило будет. Мы еще ни разу не пробовали эту форму. Это новая формочка для нас. Также можно использовать вот такой вот квадрат. Также у нас есть вот такие вот щипчики. А вот палочка. С помощью их мы добиваемся вот такой вот формы. Здесь вот с изнаночной стороны есть вот надрезы, по которым можно резать. Очень удобно, очень классно. У меня в планах научиться очень много готовить разных моделей печеней. На данный момент я умею делать всего лишь 3 вида печенек. Но, как говорится, дальше больше. На следующей неделе я буду шить. У меня вот здесь вот такой вот платьюшко, которое необходимо доделать. Оно у меня будет идти с рукавами. В качестве отделки я хочу здесь использовать листики. Я вот их уже выкроила,
осталось только сшить. Также я отшила уже вот такую кофточку, но кое-где есть определенные косяки, которые мне необходимо исправить. Это вот такая вот у меня вот идет кашкарсе, вот резиночка, которая слишком натянутая получилась. Вот здесь вот идут волны. Надо это все выпороть, кроить новую и довести кофту до ума уже. На спинке у меня вот идет такой вот здесь милый хвостик. Очень смотрится это оригинально и интересно. Вот на следующей неделе буду этим заниматься. Также для себя я выкроила вот такую вот кофту. Тоже вот мне необходимо на следующей неделе будет ее закончить. Она у меня еще не доделана, очень много предстоит работы. Спереди она у меня будет идти укороченная, а сзади будет удлиненная. Здесь у меня будет такой вот маленький разрезик. Швы мне надо будет все это обработать. Также планирую использовать вот такие вот бусины, потому что когда я убираю вот эти вот иголочки, фатин у меня некрасиво топырится, мне это не нравится. Я вот хочу, чтобы у меня кофта была в готовом виде, вот так вот выглядела. Поэтому мне необходимо будет продекорировать свой фатин. Я планирую то, что я вот так вот буду в разных местах нашивать вот эти вот свои бусины. При этом они будут держать мой фатин. Будет очень это красиво и нежно смотреться. А через 5-6 месяцев я уже собираюсь уезжать из Туниса, поэтому я не покупаю сейчас новую ткань. Поэтому я шью сейчас очень мало и очень редко. Хочу вот завершить какие-то определенные незаконченные вещи, которые я начала делать. И на этом будет все. Буду продавать свой оверлок. Машинку я планирую взять с собой в Алмату. Спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока.